Посредством общения с прекрасным объединить разные поколения казахстанцев. Это одна из целей, которую преследуют лучшие отечественные вокалисты и музыканты. Благотворительный вечер музыки в Шымкенте начался с казахских кюев и продолжился шедеврами классики. В числе именитых музыкантов – скрипач, сын поэта Исраила Сапарбаева Ерке Булан Сапарбаев. Я участник группы «Форта Трио». Наше сегодняшнее выступление – дань благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, словом, всем тем, кто заложил фундамент стабильности нынешнего суверенного Казахстана. Выступающих заслуженный деятель искусств Гульзат Таурбаева. Уроженка Шымкента растрогала слушателей балладой о матери. Ведущий солист Алматинского театра оперы и балета рассказывает, что каждый раз, когда исполняет эту песню, на глаза невольно наворачиваются слезы. Мама для каждого человека занимает особое место. Моя мама ушла 10 лет назад, но каждый раз, когда я исполняю эту композицию, воспоминания уносят меня в прошлое, и я не могу сдержать своих эмоций. Тем более, я родилась в Южно-Казахстанской области, и выступать там, где я родилась, гораздо сложнее. Организаторы стремятся сделать высокое искусство доступным для самой широкой аудитории, поэтому вход на концерты всегда бесплатный. Мы очень благодарны организаторам за такой концерт. Хотя бы на несколько часов отвлеклись от своих проблем и забот. Для жителей Шымкента большой праздник, потому что мы увидели прекрасный живой концерт. Это и большой мастер-класс для наших молодых музыкантов, потому что благодаря им, благодаря таким мастеровитым музыкантам мы поднимаем уровень нашего классического жанра. Времен связующая нить – проект весомой общественной значимости. Он получил большой резонанс в республике. В адрес его организаторов регулярно поступают письма с благодарностью, приглашения от Советов ветеранов и акиматов городов. Казахстанские артисты не только бескорыстно дарят свое искусство, но и напоминают нашим сыновьям о долге, который велит хранить благодарную память о героизме поколения победителей.